Здравствуйте! Обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». В столице продолжается чемпионат России по плаванию. На водные дорожки бассейна в спорткомплексе «Олимпийский» выходят и представители Пермского края. В ходе третьего соревновательного дня определили лучших на дистанции 1500 метров вольным стилем у женщин. Варвара Симонова показала пятый результат. Ее время 17 минут 40,72 секунды. Отставание от победительницы Яны Курцевой из Волгограда 22 с небольшим секунды. На российском уровне шанс проявить себя получили и прикамские футболисты. Команда «Амкар-2003» пробилась в финал первенства страны по своему возрасту. Этот турнир пройдет в Крымске в начале мая. В стыковых матчах пермяки оказались сильнее саратовского «Сокола» 1-0 на выезде и 2-1 дома. Кстати, эту команду тренирует экс-игрок «Амкара» Вадим Шпитальный. Лучшим бомбардиром в составе красно-черных стал Андрей Бойцов. В 19 матчах сезона на его счету 31 мяч. И в завершение художественной гимнастики. В Прикамье прошел крупный детский турнир. Открытые соревнования собрали около 1500 спортсменок из Москвы, Омска, Екатеринбурга, Казани, Ижевска и других городов. Естественно, в большом количестве принимали участие и гимнастки Пермского края. В гостях побывала Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы, победительница универсиады, участница Олимпийских игр из Белоруссии. Она приготовила показательное выступление. Уже можно увидеть какие-то результаты. Конечно, у них еще большой-большой путь, но перспективы, конечно же, высокие. Но это только начало пути, так что у кого-то получилось сегодня, у кого-то нет. Кто-то вообще сегодня в первый раз выступал. Это очень, очень волнительно, но главное начать. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.